Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Артём Артур. Всем привет. Мы продолжаем играть Diablo 3, Факт. И мы уже где-то вон там, лава уже вообще внизу, то есть... Забрались до самого уже пекла, уже ниже, я не знаю, куда тут еще спускаться. Но... Ты зачем? Как бы да, то есть пора уже размотать этого... товарища. Да, мы все еще охотимся Азматан. За Азматаном. Потому что сколько серии... можно... Как-то мы ее звали-то? Звали, как, не помню. В общем, ну, похотливую женщину мы просто... сказать, потаскуха. Нет, не потаскуха, похотливая какая-то там, в общем. Похотливая потаскуха. Вот, в общем, мы ее убили, а она была женой Азматана. Тоже не кухры-мухры. Да, то есть... Вот это поворот. Жена, брат, сват. В общем, все собрались. Пацаны, взять их! Не без помощи этой армии клонов, конечно. Я окошко закрыл. Не знаю, что-то бить распечатать. В отличие от предыдущей серии, это будет тихо. Я просто был вынужден. А у тебя слышно было на записи? Да. Да. Печально. Во дворе играли дети. Они кричали так громко, что я был вынужден. Они мешали записывать мне летсплей. И я был вынужден бить их в щи. Доказывать свой интеллект. Ну, раз мы в самом низу, то я думаю, у Азматана уже бежать-то и некуда, в принципе. Я думаю, сейчас мы с ним и встретимся. Учитывая, какая это игра, здесь всегда есть этаж ниже. Тут, конечно, сложно не согласиться. Ярости. Это так. О, там твоя любимая подружка идет. Ух. Ты любишь с ними разбираться. Два удара, ты лежишь. Да. Раз. Точно. Не, я теперь буду там девочка крайне подошли. Осторожно себя вести. Суккубы. Суккубы. Ты суккуб. Ишь ты. Масленица. Крашеная. Масленица, да. Вот эти мины напоминают, как в Dead Space, помнишь, эти наросты? Да, хотел сказать. Прыщики такие. Да, отвратительные. Так, мы будем бить этого ублюдка. А, ублюдок как обычно, заведет нас. Не, вроде назад. Он уже завел. Ну, в принципе, нормально все. Давай, помогай. Че, помогаю, я как-то там хвосты прикрываю, что ли там? С теми хвостами, сейчас уйдет, в сокольнике рвется гад. Алчный искатель. Чтобы мне что-то в спину воткнулось. Я не буду этого делать. Ладно, меня убили. Ты там живой, нет вообще? I'm alive. Пока еще, ну ладно. Ненадолго. Не, вроде как. А здесь недалеко. Держусь. Ну тут портал рядом, а ну да. Недостаточно ярости. Прекрасные люди. Парни, ломай их. Дина вообще как балерина закрутился. Я серьезно. Завертелось, зацвело. Зверский фрагмент копья. Такой зверский, что я его держу просто истошный вопить начинаю. Да, прикольные вот эти, конечно, черти такие. Орава целая. Мне больше эти нравятся. Скорпионы, когда их штук по 20, по 30 прет, это прям весь по услам. Это такой, да. Как это... Арахниды! Прям так и кажется. Старший труп. О, пожалуйста. Только сказал. Кстати, собираюсь переснять, по-моему, от Звездный десант. Это они вообще зачастили последнее время ремейки эти. Ну да. Что, причем хорошего-то особо ничего не получилось. Да, да. Ну, что у нас там, этот самый? Робокоп будет. Ну, Робокоп я жду. На самом деле очень сильно. На самом деле, это да. Судья Дред. Судья Дред, вспомнить все. Конан. Конан это не напоминает даже. Еще что-то там, короче, хватает. Что-то взялись они конкретно за это дело. Ну, иди, кончились, видимо. Да, неужели там в Израиле закончились идеи? Уайзманов. Потому что Голливуд это тут же Израиль американский. Кстати, да.
Так, ну что, мы по идее подходим уже? Да, уже совсем близко. Надеюсь, там все-таки будет Азмодан. Я хочу уже закончить с третьим актом, я хоть посмотрю, что будет четвертым. Потому что, по сути, тут каждый акт кардинально отличался от предыдущего. Это хорошо. Да? Я не заметил, да, что-то там мелькало. Кишки, по-моему, везде летали. Нет, этот... Первый акт был такой в развалинах, все там, вот эта старая деревня, там старые замки. Нет, ну, второй там кругом эти талибы, третий тут все ниже и ниже в ад. Речку убить вообще. Вершины горы, зимние вот эти вот вершины крепости, они спустились с вершин в самый ад. Да, там еще пару серий назад всего были на мосту, у которого дна не было. Прикинь, да, и уже... То есть прогресс налицо. Прогресс. Так, а что ты там нашел такое? Летящие сабатоны со знаком ястреба. Что такое сабатоны? Не знаю, но они хорошо летают, похоже. А, это эти? Ботинки? Они ничего мне не дают. Надо? Да нет, у меня ботиночки. То, что надо. Ну ладно. Мне нужна ярость. Мне нужна ярость. Спокойно, сказал он. Ну, потому что ярости нет, поэтому и спокойно. Так, все, пришли. Считай, что. Ой, как красиво, офигенно. Да, тут офигеть, конечно. Давай нырнем на спор. Кто быстрее долетит или что? Кто умрет раньше. Сейчас такой голум с кольцом пролетает, да? My precious! Федор, прыгай в огонь, и кино сразу закончится. Картинку видел этот комикс. Типа, нам нужно пробраться, Арагорн такой. У меня, говорит, есть лучшая идея. Привязан кольцо к стреле, такой, туда. И этот плачущий глаз такой. А этот смотрел, как должен закончиться «Властелин колец». Короче, получается, вот это собрание земель из первой части, и они решают полететь на вот этих соколах. Ага. Короче, сели на соколов, эти пришли к воротам, отвлекли Саурона, там жопу ему потыкали и все остальное. А эти спокойно на соколах пролетели, кольцо туда в дом, ну, кинули и все. И потом под конец говорит, представляешь, что было бы, если бы мы шли весь этот путь пешком? Да, говорит, кому могло прийти такое в голову? Не, а что они так не сделали на самом деле? Ну вот, прикинь, да? Логично. Сейчас нам будут стучать. Ты да, готов? Я по локации, конечно, готов. О, здравствуй. Фалем, теперь тебе бежать некуда. Плоть поглотит камень души, семеро станут едины во мне. Я буду единственным во всей преисподней. Да, а что он так кипишует, заметил? Истинным воплощением. А, то есть он сам себя даже сейчас пока не считает истинным воплощением зла. Ты на него посмотри, какое там воплощение вреда Макдональдса, не более. Не, ну я побежал, сами разбирайтесь. Нифига там дура летит. И летит в меня, и она самонаводящаяся. Я не знаю, что делать. Текать. Все, взорвалась. Теперь она за тобой. Во. Товарищ Азмодан. Я буду называть его Модя. Глянь, куски мяса кидает. Я буду его Азыч называть. Ого, один раз шар попал. Достаточно. Так, а что это такое падает это? Это куски мяса. Ну ладно. Если так будет продолжаться, мы его быстро заломаем. Пока что он не удивил ничем. Особо. Пацаны? Давай. Жизнь так потихоньку, помаленьку. Блин, она летает прямо за мной. Ну, она сейчас упадет. Ого, что-то там... Что такой короче... дерзкий Нефалем? Что-то он тут открыл. Демонические врата, надо их убивать. А, ну я так и думал. Деминизеры не вылазили. Ой-ой-ой. Где он столько трупов насобирал, мне интересно. Время. Не знаю. Слышь, он базарит, блин, вообще. Больше, а я чем... зато быстро бегаю. Он пытается... Да плевать, что он там базарит. Он пытается украсть нас, зрителя. Да поглотит тебя темная сила. Так, вот. Глянь, ты глянь. Ого. Вот это меня уже напрягло. По-моему... Я успею. Он в тупике.
Да, и отнимает оно. И о безопасности. Блин, а я зря. А ты там разбирайся. Оно так и будет, да? Да. Отлично. Я потом расскажу, как все прошло. А камни сюда летит, что чё? Офигеть, тут еще их. Ну ладно, я выбрался вроде. Чисто из-за спринта. Блин, вот это уже серьезная штука. Говно. Посмотрим, так. Сохранишь ли ты свою голову? Карусел, карусел. Кто из носа что-то полезло. По-моему, перенапрягся человек. Да, да, да. Твою плоть. Ушатал ты его. Я так чисто мимо пробегал, увидел. А так, демонические врата нужно взрывать, да? Да, 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 да. Точить, потому что иначе. Ну иначе понятно, что. А иначе быть не может. Так, что там эти озера? Ушли? Да. Они еще не готовы. Вообще он лошара на самом деле, уже полжизни у него отняли. Но если он сейчас сделает вот эти штуки кругом. Это будет скучно. Да. А, не лезь сюда. Я просто хочу его ударить. Ой-ой-ой, прям на ней появился, офигеть. Везет? Точнее, она на мне. Короче, вы друг на друга. Короче, да, это любовь. Ой, по-моему, нас заперло маленько. Ты глянь, они везде. А мне спринта нету. Я не буду этого делать. Все прошло. Вовремя. Пацаны, что вы со мной ходите? Бейте его. Нефалем, это кто? Это ты или я, походу? Это я, конечно, ты-то с чего? А кто ты просто со мной ходишь? Хоть разобрался. Ну, это звучит круто, поэтому я... Включи меня. Да, я вот перезарядил. Ага, и аптечку мою взял, и вторую возьми. Такая она вроде как пополняет обоим. А, обоим? Ну, ладно. Хорошо. Нужна просто не фале, может, это какой-нибудь адовый матюк там. Мало ли. Так, где-то врата. Короче, Нефалем — это древняя раса, помнишь, мы же испытания проходили? Да? Ну. Возможно. И что? Мы типа только они могли с демонами драться. А-а-а. Древние воины. Прикольно. Понял теперь, насколько ты хуже меня. Кому это он? Почему он на себя бросает? Ему нравится обваливаться тухлыми телами? Ну ты, блин, не зря ты на извращенке так и жена был. Тебя темная сила. Ну, в общем, они друг друга стоят. Блин, ты посмотри, сейчас опять все прикроют. Вот сейчас можно погибнуть. Нет. Мы его сейчас просто убьем и все, понимаешь? Вот он это знает. Недостаточно ярости. Давай, 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 пошел. Прям на нем появилось. Я слаб. Это ты слаб. У тебя смотри, сколько жизни, говно. Не получится. Говно! Ты где там? Я бегаю от этих черных кругов, и меня сейчас убьют. Не убью. Да, полечимся. О, ломай. Давай, 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 давай. Сохранишь ли ты свою гордость? Когда мои прислужники... Давай, ломай. Да что ты говоришь-то постоянно? Молчать вообще не умеешь. Вот и все. Говно ваш Азмодан. То есть он умер и все равно оскорбил меня щитом. Или тебя. Нет, тебя, конечно, меня слышно. Так, шлем. Душа Азмодана. Моя. Моя искра. Так, ну сейчас мы ее в камень, конечно, запхаем. Быстрее, Лия. Заключи сущность Азмодана в камень души. Сущность. It's a Jedi. Готово. Лия, крутая. О таком я не смел даже мечтать. Все воплощения зла заключены в одном камне. Вывод. Как только мы его уничтожим, вечное противостояние закончится. Уничтожить камень не так просто, как кажется. Сначала надо провести некоторые ритуалы.
Мы должны вернуться в бастион и закончить приготовление. Ничего, второй терминатор не смотрели. Такой мега-девайс надо только в дом набросать. Ну да. А почему тебе дали достижение? А мне опять нет. Понимаешь? Я все понимаю. Понимаешь. Через постель, небось. Все через постель в нашей стране делается. Ну, сразу через постель. Так, что мне дали? Так. Мне дали 30 уровень. Извините? Мне тоже скоро дадут. Патетик, да? Патетик! Так, монах произносит мантру, позволяющую носить противника в радиусе 20 метров на 12% больше урона. Говно. Ну, пусть будет. Ну, пусть будет. Кулак грома, у меня там новая, это самая, руна. Монах заряжает своего основного противника статическим электричеством на 5 секунд. Уфа, круто, пусть будет. Так, мы сейчас, похоже, увидим очередной эпичный мегаролик. Ты так думаешь? Ну, возможно. Мне дали миролюбие, как считаешь, стоит ли его использовать? Ну, что-то там. Что оно делает, я боюсь спросить. Предполагает многомесячное существование без еды, воды и сна. То есть можно очень много месяцев записывать этот летсплей и кушать не хочется. Тот, кто выживает после этого, перестает обращать внимание. Я не понял, для чего оно. А, уменьшает урон на 75%. Ой, круто. Ну, в общем, как-то так. Короче, пока что самый легкий босс был. Это ваш Белиал. Ой. Азмодан. Белиал был сложнее. Я думаю, Диабло будет еще легче. Возможно. Кхом и то сложнее был. Кхом, да. Кхом вообще... Так, пошли в город. А, тю, я не пойму, куда идти. Точно, в город же. Я понял. Думаю, а где же выход? Только долго думает что-то. Это великая победа! Это великая победа! Я знал, что Азмодану ни за что не справиться с настоящим героем. Где Адрия, Лия и Тираэль? Они в оружейной бастиона. Должно быть, празднуют победу. А я тебе о чем? Тебе тоже стоит присоединиться к ним. Бля, у тебя что-то прикольно. На кунаре. По-моему, сейчас мы будем пьянствовать. Так сначала я продам всякое. Это нормально, что он как-то трусится все? В смысле? Ну, такое впечатление, что землетрясение показалось. Так, нет, вроде. Так, это продать надо будет сейчас этому братюне. У меня все нормально. Братиш! Так. Я стараюсь продать все максимально быстро, вот так вот проклацать, чтобы никто не успел увидеть характеристики и не матюкать меня в комментариях. Заметил, да, у меня та же самая фигня. Так, что там с камнями-то? Ремесло. Ремесло. Заупречный аметист. Наберу. Нет, камней, ничего. Окей, сейчас что-нибудь заупречный. Изумруд. Создать. Создал безупречный. Я замечателен. Так, давай вставим себе в лоб камень. О, отлично. Что за ужасы. А больше ничего безупречного я не могу сделать. Ну ладно, пусть ставятся камешки. Так, ну что, пойдем пьянствовать? Подожди, я еще тут насоздаю сейчас всякой в общем, всякого. Из штанов сейчас камни вытащу. Что тут можно намутить? Да ничего. Да сюда. У меня такой шлем за этот... зачетный. Да, я же говорю, на кунари похож из второго Dragon Age. Напоминает чем-то. Ну, не знаю. Рогами, наверное. Ну, не исключено. Так, что там туда вниз? Я уже не помню, что там внизу было. А, там же этот у нас Лия, камень свой. У нее не получалось все. Лилейт. Угу. Так. Вот тут произошло это недоразумение. До сих пор лежат части тел. Триумфальное возвращение. Следующий акт. Или нет? Адрия, когда ты решила предать нас? Опа-па. Опа-на. 20 лет назад. Давно. Великая ужасающая сила привлекла меня в Тристан.
Но Айден, старший сын Леорика, уничтожил источник этой силы и заключил ее в своей плоти. Темный странник. Я увидела Диабло. Его, Диабло. И поклялась верно служить ему. И теперь его замысел наконец-то будет воплощен. А Лия чё где? Она дорогая не в себе. Дикард всегда подозревал, что твоим настоящим отцом был сам Диабло. И теперь, дочь моя, он воплотится в тебе. С валуном по башке. Это тот самый поворот. Вот он, вот он. Лия, дочь Диабло? Мое могущество с рогами безгранично. Сила семи воплощений зла принадлежит мне. Так где как-то-то ее дядя? Я... Блин. Зло. Ты хорошо потрудилась, моя верная Адрия. Ступай, пока я не призову тебя снова. Наконец-то мой замысел будет осуществлен, и никто больше не встанет у меня на пути. Небеса будут разрушены. Оп. Где-то они такие этот. Блин, мы, говорит, сделали офигительные, говорит, ролики к первым трем к этим. К первым двум актам. Давай, говорит, к третьему сделаем. Да потом! В итоге за неделю там на движке что-то намутили, хрень какую-то. Пойдем? Я ж тебе говорил еще, когда первый акт был. Я вот. Короче, камень душ, я так понял, вот эта хрень по имени Адрия. Она ждала, пока туда заключатся души всех демонов. И. В итоге Лия, дочка Диабло, оказалась. И теперь с помощью камня душ Диабло станет Диаблом. Диаблом. Эль Диабло. Эль Диабло. Почему они в русской версии Диабло не перевели как Диабло? То есть, а почему Диабло? Потому что никто бы не купил эту игру. Короче говоря, как только в первый раз, когда вот эти вот там, как ее звали? Магда. Магда, во. Короче, как только вот ее прислуги там начали глушить Лию, а она всех снесла, я подумал, скорее всего, блин, вот она и есть, там что-нибудь вот такой вот поворот будет, что-нибудь такое под конец. Ну, я тоже думал, что она непростая, но я почему-то думал, что она все-таки там, может, на нашей стороне окажется, она вон какая скотина. Ну, ладно. Ну, она, что, не, она не виновата, конечно. На небеса. Нет. Перейти к началу следующего акта. Нет. Давайте еще тут погуляем. Так, тихо, ролик сейчас будет, наверное, какой-нибудь мега. Да потом. Да потом. Не, смотри. Даже в сердце небес ангелы могут чувствовать страх. Старый враг, тебе не скрыться от меня, за кого бы ты себя не выдавал. Яви свое истинное лицо, Диабло. Сегодня империи.
3D. Посмотри на свои прекрасные небеса в последний раз. Скоро они капнут в небытие от звуки моего смеха. Диабло каким-то женским, что ли, стал? Да, мне, кстати, тоже не совсем понятно. Что-то так бедрами покачивал, кашел. А, ну просто он, наверное, потому что из Лии вылупился. Адрия предала нас. А душа Лии потеряна. В ней возродился Диабло, став единым воплощением зла. Ему подвластны все легионы преисподней. Небеса содрогаются в ужасе. Ангелы беззащитны перед Диабло. Только я могу все изменить и победить владыку ужаса. Ну что, посмотрим. Не, ну может это действительно просто потому, что там влияет, вот, типа как чужой, да? То есть, если из мужика он там вылупился в первой части, ой, во второй части, то там одна фигура, а тут он из Лии, может другая, хер его знает. Ну, собаки так. Третья, да? Да. И по стенам сейчас такой, погнал. Не, ну так, доводы. Вряд ли, конечно, что-то я так задумался. Он какой-то не страшный. Он. Не, а мне действительно больше во второй части он нравился, как-то так. Помощнее вообще выглядел, там тоже были CG ролики вот эти вот. И он там когда появился, там фига себе было. Он Тирель ставит. Но было красиво. Да, ролик был, конечно. Сразиться с Диабло. Твои раны едва затянулись. Небеса пылай. Это твоя вина, Тирель. И твоя тоже не болеет. А? Да. Посмотри вниз. А я убежал. Кто натворил твой рот? Моя вина. Удачно. Алмазные врата стояли с тех самых пор, как с небес прорезался первый луч света. А теперь они разрушены. Империй прав. Это я во всем виноват. Не вини себя, Тираэль. Во всем виноват Диабло. Ты сделал все, что мог. Давным-давно ангелы хотели определить судьбу человечества. Мой голос решил все в вашу пользу. Вы остались жить. А тебе, люди, породили единое воплощение. Опять люди виноваты. Не поддавайся сомнениям, Тираэль. Ты поверил в нас, виноват. И теперь должен сражаться вместе с нами. Либо присоединяйся ко мне. Либо оставайся здесь и предавайся отчаянию дальше. Поплачь в уголке. Понимаешь, пора за дело. Голос надежды больше увидимся. Не звучит. Голос надежды больше не звучит, понимаешь? Сдался. Войти в вестибюль света. Потрясающе. Красиво. Мне больше в аду нравилось. А мне нет. А тут как-то напоминает, знаешь, такое все в варкрафтовском каком-то сеттинге. Ну, нарисовано все, очень похоже. С чего бы это? Не знаю. Так. Ну, тут Атана не сильно. Защищается. Еще один угрожает. Я буду последним, что ты увидишь. И скажу,
Уничтожить Нефалема. Искату? Who the fuck is Искату? Ты? Я тебя не боюсь, Нефалем. В этом вечном царстве ты найдешь только свою смерть. Такие щупальца. И смылся. Ну, конечно. Бесит, наверное, когда противник над тобой смирился. Да. О-о-о. Кто-то лезет, по-моему. Трупики. Ну, с такими уже и не дело. Да, это точно. Исчадие тьмы. Вот на таких этот мощный натиск вообще легкий. Ахми преисподний втопчут в землю ваши трупы. Поглотят ваши души. Так, понял. Короче, ты меня или воскреси, или я уже встать не смогу помочь. Ну, то есть, быстро перемещайся. Ну, я понял. Там не получится. Так, тихо. Я придумал. Нужно просто их всех убить. Гениально. Нет, на самом деле просто нужно через спринт. Блин, да тут их еще возродилось. Да, они повылазили из порталов. Нужно этих убить, значит. Тараканы. Это, по крайней мере, достижение заработал. Так что не волнуйся. Ну, это потому что я мертв. Не успеваю. Ну, тогда разматывай их. Сейчас что-нибудь придумаем. Просто слишком много лезет. Вот сейчас вот уже можно. Блин, они еще лезут. Мои раны затянулись. Вот сейчас вот, кстати говоря, можно успеть. Давай, пока Искату куда-то там за пивом пошел. Давай. А, блин, там на последнем миллиметре. Ну... Ладно, почти. Сейчас все будет. Ты бы его уже убил, наверное. Да не хочу я 1.15. Чисто поэтому. Давай. Да, блин. Возьми разбег побольше. Ладно, сейчас. Да сейчас он мне тоже сковырнет, похоже. Ну нет, они больше не лезут, так что сейчас у нас все получится. Знай, ты можешь. Как там? Не успеешь, но я уже рядом. Не успею, да. Так, его нужно завести, короче, в дальний угол. И там, и там спринт врубить. Да хватит мутузить. Чуть лишь бы отмутузить. Ну, так уж воспитан. Опа, он еще и респаунится. Ну, я ж тебе говорю, уже убил его. Понятно. Ну ладно, будем знать. В принципе, ничего сложного в убийстве. Он просто не хотел себя воскресить. Ну, покажем, что это была big mistake. Я думаю, да. Да. Потому что... Просто он нас недооценил. Взгляни на разрушение. Нафиг пошел, короче. Big mistake. Так. Нужна ярость. Вот эти маленькие, они, конечно, такие противные ребята, по идее. Но они быстро ярость. Армии преисподней втопчут в землю ваши трупы. А тени поглотят ваши души. Давай. Пока что по ощущениям ему, в принципе, не зачет, если чисто один на один с ним. Да. Но вот эти вот маленькие тварюшки постоянно прут. Это уже дело другое. Недостаточно ярости. Блин, сейчас ярость надо подкопить. Нифига себе. Че там, нарезали сейчас? Да так, я маленько сделал. Есть. Ой. Я только сваливать собрался, а вы уже тут. Пацаны! Юдет? О, надо побыстрее. Блин, а где мои парни были, пацаны? Они там что-то стоят, тупят. Всей толпой. Капец, тупые. Ну что ж вы делаете, уроды? На топе! Задорно. Да, есть такое.
Любит он это дело. Блин, за мной такая шобла, я не успею до тебя добежать. Ну, то есть добежать успею, воскресить не успею. Да, сейчас меня нарубят. Так, короче. Сейчас все будет. Так, ну что, давай тогда в следующей серии. Ну да, я так со свежими силами, потому что уже как бы время. Да, ну и серия уже какая за сегодня, уже подустали. Ну что, поздравляю тебя и себя с четвертым актом, это вроде как последний акт, да? Всю жизнь мечтал. Спасибо. Мечты сбываются. Что, на этом мы тогда с вами прощаемся. Оставляйте комментарии, оценивайте, подписывайтесь. Всем пока. Пока.